Здравствуйте, это «Деньги за неделю», финансовые итоги минувших 7 дней. Меня зовут Ирина Шипилова, вот о чем поговорим сегодня. Самовольное жилье теперь можно узаконить, как в Тюмени появилась земельная амнистия. Онлайн-кассы для покупателей, в чем плюсы реформы. И как получить дивиденды за год, владея акциями, один день, узнаем у эксперта. Обещание выполнено. Самовольно построенные дома в Тюменской области узаконят. В начале июня временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области пообещал жителям поселка Док Красный Октябрь такие механизмы. И на минувшей неделе Александр Моор на заседании Президиума правительства подписал постановление, которое касается этого закона о земельной амнистии. Он разрешает оформить в собственность, причем бесплатно, участки под индивидуальными домами, так называемым «наследием 90-х». По приблизительным подсчетам, таких самостроев в Тюмени около 700. Как правило, люди покупали дома, толком не оформляя документы по расписке. Причем до 2006 года еще можно было добиться правды через суд, а потом эту возможность упразднили. В итоге, кто не успел тогда, даже прописаться в своих домах не могли, а земля и вовсе оказалась передана под жилую застройку. Но теперь все будет легализовано, земельная амнистия действует до 31 декабря 2020 года. Мы хотим не просто подписать постановление и, ну как это называется, идите, пожалуйста, и дальше занимайтесь сами. Нет, чтобы люди не пользовались какими-то слухами, мы будем всех вместе собирать и объяснять. Если потребуется сделать это несколько раз, может быть, сделаем даже такую постоянно действующую юридическое сопровождение. 1 июля уже по традиции ежегодно повышают тарифы. Что на этот раз? Платеж за коммунальные услуги также традиционно вырос на 4,5%. Цифры назвал на неделе директор регионального департамента цен и тарифов Евгений Карташков. Электроэнергия подорожала на 7 копеек, и теперь киловатт-час будет стоить рубль 95 копеек. Тарифы на тепло выросли на 54 рубля за гигакалорию. Новые цены на вывоз мусора пока не рассчитали, единый оператор по обращению с отходами не подал заявку. Вода подорожала примерно на 4%. В департаменте это объясняют тем, что водоканал начал реализацию концессионного соглашения. В первый год мы учли в тарифе 495 миллионов рублей инвестиционную составляющую. Это уже начало проектирования водовода от подземного месторождения и другие мероприятия. Также предусмотрено 217 миллионов рублей на текущий ремонт. Это примерно 9 километров сетей и замена насосов на более энергоэффективные. 1 июля второй волной технологической реформы накрыло предпринимателей, которые раньше могли вовсе работать без касс, поскольку платили налог с квадратного метра занимаемой площади или покупали патент. Необходимость внедрять онлайн-кассы, которые моментально передают данные о каждой покупке в налоговую, бизнес не раз просил отсрочить, ведь техника не дешевая, выручка, как любые деньги, любит тишину, да и механизм передачи данных не всем понятен. Но мера оказалась неизбежной, что от этого выиграют покупатели, мы постарались разобраться. У Дмитрия 4 магазина и новой онлайн-техники. Для них пришлось закупить на 72 тысячи рублей. Налоги он платит не с выручки, пробитой по кассе, а от размеров арендуемой площади. Потому обязательное требование работать с новой техникой с 1 июля еще год назад его возмущало. Теперь он нашел в нем плюсы. Не нарушает закон, все товары занесены в память кассы и не могут быть случайно утерянными. Легче проводить ревизию, виден покупательский спрос. По поводу затрат мы можем в соответствии с 54 ФЗ компенсировать в части уплаты налогов те средства, которые мы потратили на онлайн-кассу. Это вычет 18 тысяч рублей. Сегодня в Тюменской области предприниматели уже установили 25 200 онлайн-касс. Оборудование должно помочь им стать дисциплинированнее, прозрачнее и избежать лишних проверок налоговой. Если мы говорим о том, что налогоплательщик часть выручки получает без применения онлайн-касс, а он обязан был ее зарегистрировать и работать только по онлайн-кассе, то для индивидуальных предпринимателей сумма административного штрафа составляет не менее 10 тысяч, а для организации не менее 30 тысяч рублей. Технологическая реформа коснулась и покупателей. Мы в полной мере можем почувствовать себя контролерами. QR-коды, которые теперь будут абсолютно на всех чеках, легко можно проверить мобильным приложением.
Например, мы видим, что этот чек настоящий, предприниматель не обманывает государство. Можно получить и электронный чек. Правда, какая от него выгода, если есть чек реальный, из которого мы считывали QR-код? Однако выгода в таком контроле есть для бизнеса. Мы работаем легально, в белую, в открытую, и у клиентов появляется возможность контролировать деятельность легальных предпринимателей. Для меня это плюс в части борьбы с контрафактом и с недобросовестными бизнесменами, которые ведут непорядочную деятельность. Еще один плюс для людей, которые получают компенсации с фонда соцстраха, приобретенное по чеку от онлайн-кассы. Оборудование не требует дополнительных подтверждений о продавце, а значит, сэкономит время на сбор бумаг. Бизнес в муниципалитетах развивается. Брус, доски, евровагонка и блокхаус высокого качества для поставок на экспорт будет выпускать новое деревообрабатывающее предприятие. Долгожданное открытие проект вынашивали около 10 лет, состоялось на неделе в поселке Муге Нувацкого района. Завод «Равиал» теперь сможет комплексно перерабатывать 60 тысяч кубометров древесины в год. Откроется 60 рабочих мест. Новая площадка включает два цеха, сушильные камеры, котельную на древесных отходах и склад для готовой продукции. Хотел бы новому предприятию пожелать не замыкаться на локальном рынке сбыта, а все-таки смотреть на экспорт. Тем более, что у нас сейчас создана инфраструктура для этого. Есть центр экспорта, который готов поддержать предприятие в выходе на внешние рынки. И поэтому в этом отношении пользуйтесь той инфраструктурой, которая создана. Для тех, кто решил себя вывести на отдых за границу, на неделе заработала Всероссийская горячая линия по вопросам туристических услуг и профилактики инфекционных угроз за рубежом. Массовые телефонные консультации ведомство проводит в сезон отпусков. На лето приходятся громкие банкротства туроператоров, авиакомпаний, эпидемии на курортах. Специалисты по защите прав потребителей и Центра эпидемиологии ответят на вопросы, куда обращаться в случае ЧП, какие собрать доказательства, как проверить турагентство и туристического оператора. Причем претензии о некачественном отдыхе принимаются не только к организациям, работающим в нашем регионе. Ни по банкротству туроператоров, ни авиаперевозчиков, нам обращений таких, связанных с этим, не поступало. Но вот ситуация в Турции, которая была, нам получилось деньги вернуть, досудебный проект совместно с потребителем. Где-то мы обратились в суд, но там везде как бы решения были в пользу потребителей. Сезон дивидендов приближается. Рекордные 1,5 триллиона рублей впервые в российской истории выплатят компании своим акционерам. Бумаги каких брендов растут в цене, приносят владельцам дополнительную прибыль. Насколько выгодно сегодня вкладывать деньги в акции, узнаем у финансового эксперта Андрея Гребенкина. Андрей, добрый день. На подходе очередной сезон дивидендов. Чем удивит он в этом году? Дивидендный сезон, он практически в России, он в самом начале. Да, то есть не так много компаний, которые уже закрыли реестр акционеров под выплату дивидендов. Соответственно, любой инвестор, он может еще поучаствовать вот в тех прибылях компаний, которые они получили в 2017 году. 2017 год был очень хороший для российской экономики. Компании заработали рекордную чистую прибыль. Вот, в этом году, там, по разным оценкам, дивиденды составят рекордную величину, это 1,5 триллиона рублей. Еще раз напомним о самой процедуре получения дивидендов. Процедура очень простая. То есть для того, чтобы получить дивиденд по какой-то компании, то есть для этого нужно купить ее акции до так называемой даты закрытия реестра акционеров. Даты все понятны, все известны. То есть, например, там, в пятницу, например, было закрытие реестра по акциям Сбербанка. Соответственно, все те инвесторы, которые владели акциями Сбербанка по состоянию на конец рабочего дня 22 июня, пятница, они имеют право на получение дивидендов. Дивиденд придет примерно на счета клиентов до 10 июля. То есть сумма понятная, дивиденд понятный. То есть, соответственно, те, кто поучаствовали, могут поучаствовать уже в других срезах акционеров. То есть у нас на очереди «Газпром», «Татнефть», «Норникель», «МТС» и другие компании, которые выплачивают достойные дивиденды. Достойные, ну вот в нашем понимании, это все то, что там выше 6% годовых, это считается достаточно приемлемым уровнем. То есть это, с одной стороны, сравнимо там со ставкой депозитов в крупнейших банках. Вот, поэтому для того, чтобы получить дивиденд, не нужно владеть ценной бумагой один год. То есть достаточно один день в году, когда вы ее покупаете и получаете дивиденды. Но после выплаты дивидендов акции сразу падают в цене, поэтому покупать их на один день, наверное, все-таки не рекомендуется.
Да, есть один нюанс, что после закрытия акционеров, реестра акционеров, например, Сбербанк, да, в пятницу закрыли реестр, сегодня у нас понедельник, акция открывается на сумму дивиденда ниже. Поэтому там по Сбербанку предстоит выплата 12 рублей, то есть это примерно около 6% годовых, то есть вот ценные бумаги сегодня Сбербанка падают на 6%. Вот. Но опять же, как правило, после закрытия реестра ценные бумаги восстанавливаются в цене, их можно еще дороже продать, нежели было до закрытия реестра. Есть ли рекомендации, на какие именно компании, какого сектора обратить внимание в плане дивидендов? Можно посмотреть на «Газпром», то есть это тоже порядка 6%. «Норникель» выплачивал промежуточные дивиденды в 2017 году, то есть с их учетом дивидендная доходность будет порядка 8-9 годовых. МТС – это порядка 7-8 годовых. Платят ли дивиденды иностранные компании? Могут ли тюменцы поучаствовать в этом процессе? Ну, вот, например, там Facebook, Amazon, Google, там, Apple и так далее. То есть они, как правило, не платят дивиденды. Ну, потому что они в активной стадии роста, то есть им проще денежные средства направить на разработки, вывести новый продукт, и они через вот новый продукт заработают для своих инвесторов больше. Но есть компании, которые уже устоялись на рынке, то есть которые не инвестируют в новые технологии, то есть это, как правило, сектор телекоммуникаций. А, там яркий пример в США – это там компания AT&T. Вот, то есть она, ну, то есть изобрела технологию, она делает оборудование очень хорошее, и она не направляет куда-то, вот, не расширяется в деятельности. То есть там дивидендная доходность порядка 5%, и по западным меркам это считается, ну, может быть, не самой рекордной, но это очень неплохая доходность. Как правило, западные компании выплачивают дивиденды раз в квартал. То есть поэтому вы, например, покупаете какую-то ценную бумагу, держите ее, и там, вы абсолютно там, понимаете, что раз в 3 месяца вам приходит еще и дивиденд. Вот. То есть он там промежуточный, согласно той финансовой отчетности, которую компания делает. Поэтому там дивиденды поступают очень регулярно. Вот. Это вот политика большинства западных компаний. Российские компании, они тоже стараются придерживаться этой политики. Поэтому вот за следом за высоким сезоном дивидендов будет так называемый малый сезон дивидендов, то есть это примерно сентябрь-октябрь месяц. То есть когда компании подведут, российские компании подведут итоги за полгода, и они начнут закрывать реестры. Спасибо большое. Вам спасибо. Карты МИР с 1 июля должны быть у каждого бюджетника. В чем плюсы отечественной платежной системы? Не только для тех, кто работает в госучреждениях. Разберемся в следующей программе. Увидеть эту и все предыдущие выпуски вы можете на нашем канале TuminTime в YouTube. На этом все. Увидимся через неделю в это же время.